вот это вот для меня жанр рэпа. Вот это. Вот это. Смотри, еще. И сейчас никто вам не скажет, что такое современная архитектура. Вот это современное, вот это несовременное. Потому что строит все, что угодно. Пространство такое, для чего оно? Не думайте, что вы собственник большой. Тут я собственник всего этого километра. Это все не с неба свалилось. Все это кто-то придумал и сделал. Ха-ха, маленький. Любознательный будет у вас сын. Ученый будет. Да-да. Уже вместо Сталина стал Хрущев, да? Он все время говорил, в 80-м году мы будем жить при коммунизме. И мы поняли, что нам нужно готовиться. Нам нужно поднять, какой город, коммунистический город должен быть. Это не просто проекты, а это подход к делу. Как? Не просто город, а город, связанный с линиями расселения. Это была целая философия. Мы пытались понять, что такое коммунизм. И как вот, где будут жить люди, где они будут работать, где будут их дети, где они будут встречаться. Это пространственно-временная модель. Она применима везде. Если вместо этих шариков вместо поставить неры, то общение между жителями одного нера с другим нером тоже можно выразить в такой модели. Очень внятно мы все нарисовали. Вот, допустим, начинается Москва, новый нер. И вот это вот и называется русло, которое идет аж до Владивостока. А что утопии? Никакой не утопии. Я уверен, что это все будет сделано.